Самарская набережная должна стать единой пешеходной зоной. По задумке проектировщиков, в пятую очередь от улицы Вилоновская до бассейна ЦСКА соединится с другими участками и также превратится в благоустроенную зону отдыха. Для этого предлагают два варианта. Первый предполагает укрепление береговой линии и расширение территории набережной. Такой вариант предусматривает строительство шпунтовой стенки и увеличение территории набережной за счет создания искусственного земельного участка на водном объекте. Концепция предполагает максимальное сохранение существующей хозяйственной деятельности, которая ведется на этом участке. Правда, в случае реализации именно этого варианта потребуется переоформление ряда земельных участков. Второй вариант – благоустроить территорию, соединив ее с другими очередями пешеходными дорожками, не выходя за береговую линию и максимально сохранив существующую инфраструктуру. Очень важно оставить ту инфраструктуру, которая там сегодня есть, ее не сломать. Это единственная переправа, которая сегодня связывает левое и правое бережье. Большинство участников градостроительного совета высказались за реализацию второго варианта благоустройства набережной. Теперь предстоит решить вопрос с финансированием проекта. По мнению главы города, проект строительства новой очереди набережной может претендовать на финансирование с федерального бюджета, в том числе в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Я предполагаю, что строительство тех вот очередей набережной, которые построили наши предшественники, особенно четвертую очередь набережной, она создавалась в условиях, когда был жесточайший дефицит денег. Тем не менее, руководство области, руководство города шло на эти расходы, федерация шла на эти расходы, потому что это делалось все во имя, так сказать, будущего. Я думаю, что если будет политическая воля, желание наше общее с вами и хорошо разработанный проект, такие ресурсы будут привлечены. Теперь проектом более детально будет заниматься специальная рабочая группа. Концепцию строительства пятой очереди набережной планируется разработать до конца года. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.